Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на канале. Сегодня у нас 16 сентября 2024 года. В очередной раз нахожусь на своем дачном участке под Брестом. Вот, уважаемые друзья, в прошлом видео вам рассказывал, что вот этот вот кусочек земли будет занят под цветы, такие как пионы, вот тюльпаны и лилии. Как вы видите, здесь в прошлом видео было дерево. Сейчас оно, уважаемые друзья, уже лежит, скажем так, отдыхает. Вот с помощью вот этой вот пилки, лопаты и своей матери, вот, в прямом смысле помогала мне мама, уважаемые друзья, вот, оно лежит уже отдыхает. Порезали, вот часть листвы пойдет на мусор, вот, а часть деревьев. Сегодня очень сильный ветер, как вы видите, лежат. Я их потом аккуратненько порежу, и это пойдет, так как это слива, пойдет на шашлыки. Часть корней, которые выкорчевили, вот здесь у нас готовятся, скажем так, для древесной золы. Как известно, древесная зола — это хорошая, комплексное, экологически чистое удобрение. Вот, поэтому, как говорится, безотходное производство. Вот так вот. За сегодня, за пару часиков, мы приехали сегодня утром, где-то за часа полтора, наверное, два, свалили, порезали, убрали. Вот поэтому, уважаемые друзья, хотел вот сегодня об этом вам рассказать. Такое вот небольшое, коротенькое видео. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. Всем удачи, отличного настроения и хорошего дня. Буду продолжать дальше.